Здравствуйте, я пришла из агентства по найму. Я буду вашей няней. Буду ухаживать за вашими детьми. Они очень вкусные. Ой, я очень хорошо за ними буду ухаживать. Можете идти на работу и не возвращаться утром, и с ними будет все в порядке. Так, оставить Аришку с этой няней? Что-то мне даже самому страшно с этой няней оставаться, поэтому я хочу отсюда уйти. Ариша, ты что вертишь головой? Ариша, что ты там увидела? Что? Ты как-то странно на меня посмотрела. Так, эта няня плохо влияет на Ришу. Слушай, нам надо бежать. Я вот попробовал тут один. Вот смотри, я подхожу сюда, открываю дверь. Потом иду, она закрывается. Надо вдвоем. Все, давай, Ариш, я нажимаю кнопочку и побежали. Давай. Запрыгивай. Отлично, ребят, что-то налагает прям. О, все, все, ушли. Так, направо пойдешь, смерть найдешь, налево пойдешь. Так, Ариша пошла налево. Пойду за ней. Здесь опять направо-налево. Здесь не выбивается, отлично. Ну ничего хорошего, конечно. Мы вышли вот сюда. О, надо было поехать. Да, ты правильно пошла, все, я нажимаю кнопочку и проходи аккуратненько. Ты сейчас, ты упала. Так. Тут можно просто идти. Без прыжков. Хорошо, запомни. Нажимай желтую кнопочку. Все, пробуем, ребята, просто без прыжков. Реально можно пройти. Теперь я нажимаю... Это легко. Легко. Нажимаю зеленую кнопочку, Ариш поднимается по лестнице. Или нет? Все, теперь я нажимаю зеленую кнопочку, загорается лестница. Так, отлично, давай. Теперь я нажимаю кнопку. Отлично, поднимаюсь. Супер. Все, здесь тоже просто пробежать, мне кажется, да, можно. О, ребятки, смотри, тут туалетная бумага. А где туалет? Где унитаз? Бумага лежит, унитаза нет. А, ты кнопку мне не нажала. Папа! Ты чё? Ты давай нормально играй, что за дела? Ты не видела там кнопки? Всё, красный. Залазь. Пиу-пиу, отлично. А по лестнице же можно? Можно по лестнице, а лестница тоже исчезает. Вот даже уйди с кнопки. Оп, а. Лестницы нет. Я стою на воздухе. Да, здорово, иди. Воздушный стоятель. Эй, чуть мимо, ребят, не упрыгала Ариша. Все, бегу, прыжок и вперед. Ура! Молодец, ура! Хорошо получилось. И я тоже запрыгнул. И теперь голубенькая какая-то кнопочка. А, это морг. Это не надо. Ого, раковину положили на торец. Падаем вниз и... Тут какая-то зеленая комната. О, тут тучка. Смотри, кстати, здесь все ледяное. Да, тут тучка. Тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Давай, иди. Вот, на голубенькую и прыгай на зеленую. Ой. Ой. Так. Ура, запрыгнула. Молодец, нажала. Теперь я иду туда и нажму тебе розовенькую, и ты перейдешь. Отлично. Ура! Теперь я нажимаю красненькую. Давай ты нажмешь, тут длинный паркур. Да не, нормально. Ну давай, посмотрим, ребят, пройдет Арина или нет. Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Тык, отлично. Я просто не бегу. Просто ой, бежишь. Просто бежишь и все. Ребят, вообще красиво нарисован. Мы обожаем обе на двоих, а этот нарисован вообще здорово. Все, идем сюда. Здесь какие-то... Так. Ну, а, желтую нажимай. Я хочу пройти. Ну, иди первая, ладно. Ариша побежала просто мимо кассы. Мимо она просто завалилась вот туда в черную пустоту. Меня лагает чуть-чуть. У Ариши чуть-чуть лагает, ребят, поэтому она еще раз утопилась, да. А знаете, почему у нее лагает? Она играет на своем планшете, а у нее установлена куча всякой ерунды там. И он поэтому лагает. Поэтому, ребята, не устанавливайте всякую фигню себе на телефоны и планшеты, чтобы можно было хорошо играть в Roblox. Все, нажала кнопочку? Да. Я про тебя все ребятам рассказал. Теперь я нажимаю зелененькую, ты проходишь. Так, куда? По зеленой. Ребята! Ариша в этот раз вылетела. Ну ладно, мы сейчас попробуем до сюда быстро добраться. Так, отлично, ты перепрыгнула, теперь я по розовеньким. И мы прошли, а теперь смотри, здесь надо нажимать разную. Нажимаю красную, давай, проходи. Так, сейчас. Иду. Перепрыгивай только. Хорошо, теперь зеленую. Перепрыгивай, ха-ха. Теперь голубенькую. Перепрыгивай. Ха-ха. И розовенькую. Перепрыгнула. Отлично, поехали. Красная. Зеленая.
Голубенькая. Розовая потом. Да, и розовая. Супер, мы справились, юху! Ура! Ребята, лайк скорее, кто не поставил, потому что это было прикольно. Все, мы идем. Здесь куча штучек, чтобы что-то купить. Да. Но мы тут ходим. Что, что? Там злобоняня появилась. Злобоняня. Злобоняня. Уходим от злобоняни. Все, она не может по лестнице подниматься. Я почему-то назад побежала. Зачем? Не знаю. Давай, я тебя жду, Аришка. Здесь потом надо будет по трубе просто дойти до вентиляции, все. Оп, я тебя жду. Давай, вот, ребята, она бежит, смотрите. Прыжок! Есть, забралась. Ура! Теперь главное, чтобы с труб не упала. Сюда? Нет, вон там. А, да-да-да. Ребят, смотрите, что происходит с Аришей. Смотрите. Я вам сейчас открою секрет. Мы где-то 20 раз пытались пройти эту игру. Обе на двоих. Мы даже зашли на обычный сервер. Где обычный, то есть не VIP-сервер. И он все равно вылетает, ребятки. Вот, что не делаешь, он вылетает. Все, Аришки нету. Я что бы не нажимал, все, ничего не работает. Я даже не погибну. Видите, я даже не погибаю. Все, вот. Короче... Игра слишком багнутая. Ну, было прикольно убегать, конечно, мы хотели бы сразиться с боссом, хотели бы пройти игру, но она багнутая, она постоянно вылетает с компьютера, с телефона, с планшета. И вот. Подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока-пока. А теперь наши футболки. Там, кстати, появились новинки. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.